Всем привет! Всем привет! У нас немножко сменилась локация, мы решили записать нашу реакцию на улице. У нас потеплело. Мы всего лишь ходим в пальто и даже без шапки сейчас, да. Первое выступление с менторами будет Автоджонни, рэпер, рэп-команда. Автоджонни! Вау! Шиянь! Зошиянь! Чентао! Чаоян! Ханю! Саханю! Немножко отсвечивается. Доставки клёвые. Тяма? Песня, походу, называется «Тяма». Автоджонни еще и поет? Не знала. Чентао. Мне очень нравится его голос. О, Я думаю, у них рэп будет. О, прикольно. Вот она, кажется. О, даже солнце выглянуло. Он такой смешной, такой этот пончик. О, так он прикольный. Прикольно, да, типа? Ханю, нифига себе! Слушай, как он классно читает. Я думала, он петь будет. Нет, лучше. Чентао такой хорошенький. Мне рука отвалит еще. Кому что? Ну
Мне показалось, или это было муа? Наверное. Ой, такой счастливый зайка. Какой шикарный. Да, он всегда шикарный. Круто. Круто, круто. Прикольно. Она такое выступление очень какое-то легкое, позитивное. Видно, что парни, они прям кайф получали. Чао Ян, он прям улыбался, хотя он все время такой, какой-то немножко в своем мире, серьезный. Вот, и меня очень удивился Хан Ю. Да. Я думала, он будет петь, а он как зачитал, еще так хорошо зачитал, я прям не ожидала, честно. Это было очень прикольно. Мастер, все руки. Да. Я еще думаю, вокалисты, оу. Так, они еще читают. Ну да, два вокалиста, Ся Хан Ю и Жоу Ши Вань, с такими шикарными голосами. И тот, который твой, он тоже там... Чао Ян? Да. Он же до этого вокальный, помню, был команде. Нет, вообще он рэпер. Но он до этого, да, вокальный был. Но здесь он именно прям кайфовал. У них прям вся команда такая, вместе с их ментором, они прям, видно, что кайфовали от выступления. И он, честно, не похож на их ментора, он похож на этого... тоже на участника. Он так я не знаю, сколько ему лет, но он очень молодо выглядит. Ну, так что... Класс. Да, это было очень классно.